Отчет на секунды. Мы на месте, и должна признаться, тут чудесно. Достаточно большая территория, склон с уклоном, да, можно разогнаться, можно прям покататься, ожидалось худшего. Снега навалило, целая куча, как будто бы в полярной зоре вернулись. Не представляется Питер такой, не представляется. Обычно он слякотный, дождливый, противный, а здесь прям снежная сказка. Чудесно, кормят на убой, спортсмены все рады. Обязательно кого-нибудь найдем и спросим, что они думают по этому поводу. Сейчас на нашем пути какой-то человек в красном. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Михаил. А откуда вы, Михаил? Сосновый Бор. И вы тоже участвуете в спартакиаде? Да. А по какому виду спорта? Полиатлон. О, отлично. Скажите, как вам этот комплекс? Вы первый раз здесь? Нет, второй. Очень хорошо, чудесно. Вам нравится? Наслаждаемся всеми красотами и гостеприимством этого места. Мы спросим у девчонок, как у них настроение. Красивая природа, все замечательно. Мне тоже очень понравилось. Еще со мной приехала дочка. Я думаю, что здесь ее тоже очень понравится, потому что здесь есть детские площадки. Вообще здесь очень интересно и красиво. Девчонки, какой у вас вид спорта? Горные лыжи. Готовы? Да! На первом месте. Лечу кометой, где-то светит моя звезда. Ну что, сегодня второй день нашего пребывания на замечательном горнолыжном курорте «Золотая долина». Здесь стоит чудесная погода, такое великолепное небо. Вот моя подруга Киянова Екатерина восхищается. Она сейчас поделится своими впечатлениями, потому что у нас в Заполярье солнца давно не было. В Заполярье мы только мечтаем о весне, о том, что вот оно настанет, а здесь просыпаемся с утра и светит солнце. Белоснежный снег аж слепит глаза. Это просто эмоции неописуемые. Я в восторге. Да, и еще тут не так холодно, ну, прохладненько, конечно, но нету страшной холодины, ни тепло, ни жарко, ни холодно, никак. В общем, все чудесно, все чудесно. Мы не удержались, мы пошли гулять, хотя нам уже сказали, что включили подъемники, сейчас сделаем кружочек и пойдем кататься. Пойдем кататься? Естественно. Пойдем тренироваться, надо всех побеждать. Пока идет игра, никто не знает, что будет дальше. Ну, что можно сказать, прямо сейчас у нас происходит не тренировка, конечно, но мы уже вышли на склон, смотрим, что тут, как тут. Горка приличная, склоны разные. Есть и с большим уклоном, есть и с меньшим уклоном. Тренируются дети, тренируются взрослые. А мы все катаемся, пытаемся, смотрим. Как оказалось, я буду участвовать первый раз в двух дисциплинах, которые вообще мне не знакомы. Это слалом-гигант, там, где ворота, фишки, вешки расставляются шире обычного слалома, и параллельный слалом, когда два спортсмена едут, кто быстрее, и далее идет игра на выбывание. Честно признаюсь, волнительно, очень волнительно. Никогда не участвовала. Конечно, непередаваемое ощущение, бабочки в животе и все остальное. Ну, посмотрим. Победит сильнейший, все как всегда. Всем привет! С вами снова я, Шершова Александра, инженер УИО «Скользкая АЭС». И сейчас идет третий день нашего пребывания на спартакиаде. Первый день самой спартакиады. Недавно прошло торжественное открытие. Все счастливые, все довольные, настроение повышенное. А мы, сноубордисты, уже идем на склон, уже готовимся к старту. И вот первые спортсмены на просмотр трассы. Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Здравствуйте, Будкин Сергей, Калининская АЭС. Скажите, вы уже успели посмотреть трассу? Ну да, сейчас пока спускались, чуть-чуть посмотрели, хорошая трасса. Сильно коварных поворотов нет. Я думаю, пройдем отлично. Настроен на победу? Всегда. Ну, удачи вам. Спасибо. И вот, наконец, у девушек закончились соревнования. Мы поспрашиваем участников о их впечатлениях, эмоциях и что они вообще испытывают. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Привет, меня зовут Марина Аксененко, центральный аппарат. Скажите, вот вы проехали по трассе, каковы ваши ощущения? Как трасса, как снег, все? Снег отлично, немного липкий, все очень понравилось. Вешки хорошо расставлены, надо следить. Вообще понравилось, получила удовольствие, очень рада, что приехала. В этом комплексе вы впервые бываете? Нет, я участвовала 2 года назад на 7-й спартакиаде зимней, соревновалась. Тоже не заняла призовые места, к сожалению. Вот, но очень нравится, надо тренироваться просто больше. Сноуборд для меня это такое увлечение. И да, да. Ну, удачи вам, спасибо большое. Спасибо большое. Итак, я нашла победителя по сноуборду женщин. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Жукова Ксюша. А с какой вы станции? Слава с Ленинградской, местные. Ну что, каково это быть победителем? Это очень приятно, пока я еще не считаю, что победила, потому что впереди еще у нас соревнования завтра, и они намного сложнее, погода будет сложнее, посмотрим, что будет. Но это как минимум приятно, первый раз, вторые соревнования в моей жизни.
Вот, так что спасибо. А вообще катаетесь давно на сноуборде? Со времен студенчества, ну, это в годах считается, но не сильно активно, то есть с любовью и с бережливостью к себе. Ну, удачи вам, удачи. И вам тоже. Спасибо. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Дорофеев Дмитрий, Ростовская. А, скажите, как у вас сегодня настроение, как вам склон, все ли понравилось и вообще ваши впечатления? Настроение отличное, склон шикарный, погода хорошая, все замечательно. Вот сегодня немножко теплее, чем вчера. Не помешал снег, то, что он такой рыхлый, то, что быстро разбивается? Немножко есть, но это уже мелочь. А сколько вы лет на сноуборде? 4. А сколько лет участвуете в соревнованиях? Первый день. Первый раз вообще? Да. Обалдеть. И как результат? Ну, не последний, это уже, ну, где-то там в районе десяточки. Ну, мы желаем вам удачи. Спасибо. Спасибо. Наконец-то я поймала Юрия Гусева с Балаковской АЭС, который является со своей молодой семьей нашими главными конкурентами для ребят с Кольской АЭС по такой дисциплине, как сноуборд. Я не хочу спрашивать, каково ему тут было, каков уровень спартакиады и так далее. Я хочу получить от него какие-нибудь теплые слова для нашей команды. Ваша команда просто супер. Ваша команда подстегивает всех ребят для совершенствования, потому что ваша команда одна из самых сильнейших на этом чемпионате. И она задает темп вообще всем. То есть все тянутся к вам. Но это наш очень большой плюс. То, что однажды мы можем вас обыграть. Но я знаю, что конкретно вы, Юрий, давно боретесь с нашими ребятами, с нашими мальчиками по сноуборду. И сейчас вам удалось их обойти. Да, борюсь давно, и сейчас удалось обойти. Так действительно и есть. И спасибо вам за то, что вы есть. Нам тоже очень нравится с вами бороться. Спасибо. У вас прекрасная команда. Вы очень приятные и солнечные ребята. Настроение хорошее. Что могу сказать от себя? Очень приятно было побороться за места, потому что наконец-то появились соперники. Не так часто они бывают, на самом деле. Очень приятно. Достаточно большое количество участников. Девушек на сноуборде не так много, хотя с каждым годом их все растет и растет. Я надеюсь, что их будет еще больше, потому что неинтересно участвовать одной, неинтересно участвовать, когда слабые соперники. Неинтересно заведомо знать, что ты победишь. Интересно бороться. На первом месте. Лечу кометой, где-то светит моя звезда.